Как звали сестру Татьяны Лариной? Кто такой Базаров? И чем ямб отличается от хореи? Ответы на эти вопросы знают эти ребята. Гора новостей на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Проводится она для школьников 9 и 11 классов. Ребят великое множество. Актовый зал Республиканской художественной гимназии-интерната Касима Давлеткельдеева с трудом умещает всех желающих. 89 десятиклассников и столько же представителей выпускного класса. Все они пришли показать свои знания, которые копили годами. Что самое сложное в олимпиаде по литературе? В олимпиаде по литературе самое сложное – это первые 3 задания и творческое, потому что никогда не знаешь, что может там попасться, и не знаешь, к чему готовиться. Творческое задание – это то задание, где нужно выложить все свои способности, уметь самим создавать тексты, вне зависимости от жанра. Ребята, которые приезжают из других городов, размещаются прямо здесь, в гимназии-интернате, что очень удобно. Можно отдохнуть после утомительной дороги. Главное не забыть пакет документов. С этим строго и взять минимальный набор пишущих принадлежностей. Ведь это, пожалуй, самый творческий предмет. Поэтому на него закладывается аж целых 5 часов. Почему ты участвуешь в олимпиаде по литературе? Лично мне этот предмет очень нравится, потому что на нем ты можешь как бы выложить все свое знание литературы, истории, всю свою эрудицию, а также показать свои мысли, свои убеждения. Вот. То есть для меня это способ самовыражения. И просто это доставляет мне эстетическое удовольствие, и я отдыхаю на этой олимпиаде. Ребята, читайте не только художественную литературу, но и критические и аналитические статьи и пособия. Успешного литературоведа отличает не только количество прочитанного, но и качество самого чтения. Ходите на спектакли, смотрите качественные экранизации произведений. Не стесняйтесь выбирать нестандартные ракурсы для взгляда на произведения школьной программы. Все они уже победители, ведь столько информации уложить себе в голову, ой, как непросто. Гордимся вами, ребята. Алина Кудаярова, Татьяна Никитина, специально для Горы новостей.